Без причин сняли с очереди. По собственной инициативе прокуратура города проанализировала, как местные исполнительные органы ведут очередь на получение заветного жилья. В частности, это касалось детей-сирот. Как оказалось, картина довольно печальная. В ходе анализа было выявлено, что 49 человек из данной категории попросту вылетели из списка очередности. Всего на получение жилья в местных исполнительных органах только в областном центре состоят больше 14 тысяч человек. 1700 из них – дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. На сегодняшний день, благодаря усилиям прокуратуры, всех, кого незаконно исключили из листа ожидания, восстановили на прежние места. Вопиющую халатность госслужащие списывают на человеческий фактор. В переводе с местных «без данных» в республиканское ведение. Простыми словами, кто-то где-то попросту не поставил нужную галочку. На сегодняшний день рассматривается дисциплинарно ответственность виновных лиц. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Данный вопрос находится на особом контроле органов прокуратуры. На данный момент представление находится на рассмотрении в акимате города. И, соответственно, там они проведут служебное расследование, и виновные лица понесут соответствующее дисциплинарное или какое-то иное наказание.